А 3 декабря 1984 года, в этот коварный, ужасный, високосный год, произошла самая масштабная техногенная катастрофа на Земле за всю ее историю. А именно, на американском химическом заводе в Хапале, город такой, произошла в ночь на 3 декабря утечка и выброс радиоактивных веществ. 42 тонны яда вылилось на землю, испарилось потом, в воздух перешло. И вот погибло за один день только, в первый день, 7 тысяч человек. И от 18 до 30 тысяч погибали потом, позднее, в течение нескольких дней. И в последующие годы умерло от этого яда 25 тысяч человек. Вот представьте, какой кошмар. То есть Чернобыль наш, советский, катастрофа в Чернобыле, это просто чистый альпийский снег по сравнению с той катастрофой, Хапальская она называется, которая произошла 3 декабря 1984 года. Я был еще маленьким, учился в школе. Я помню, нам на политинформации рассказывали об этой трагедии, о поганых американцах. Вот что их химический завод натворил, столько убил индийцев. А мы тогда с Индией очень дружили. Сейчас, впрочем, тоже. Я это еще все помню по школе. Мне было 14 лет. Вот такая трагедия. Светлая память всем погибшим, умиравшим потом, позднее от этой трагедии. Всем им светлая память.